одеваем ППРК на трубу 110-ку, БНДшку. 20 минут и новый трубопровод готов. В Ульяновской области началась масштабная модернизация водопроводных коммуникаций. Причина тому – новые технологии. Так, в прошлое уходят колодцы и люки. На смену приходят специальные задвижки австрийского производства. Данная задвижка позволяет не использовать железобетонные колодцы, ну, либо какие-то другие колодцы. Так как имеет гарантийный срок в 10 лет и срок службы 50 лет. То есть ее не нужно никак эксплуатировать. Монтаж трубопровода бесколодезным способом также сокращает время и стоимость работ, снижает риски повреждения самих коммуникаций. Задвижка устанавливается без колодца, засыпаются грунтом, а оправляют ее через специальный удлиненный шток. Его выводят на поверхность и закрывают ковером. А данные задвижки ставятся в самых труднодоступных местах, например, при пересечении дорог, где-то в местах, где установить колодец просто не представляется возможным. Но таких мест много. Для ремонта одного абонента нам приходится отключать чуть не половину села. И вот эти задвижки помогут нам исключить такие проблемы, такие вопросы. Такие запорные арматуры устанавливают по всей стране последние 10 лет. Первую задвижку для Ульяновской области поставили в Полдомасово. Жители этого села чаще всего в регионе страдают от перебоев с водой. То, что после установки этой задвижки у нас на нашей цифровой карте Ульяновской области эта задвижка будет отображена с привязкой до сантиметра. У нас идет полная цифровизация всех нами выполненных работ, замена трубопроводов, аварийных участков, работ на аварийных участках. Но одной бесколодезной задвижкой не обойтись. В следующем году в селе, к слову, заменят водопровод протяженностью 200 метров на улице Труда. Новые запорные арматуры заменят старые колодцы во всем регионе. Следующий на очереди – Сенгилеевский. Рената Люлова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ из Ульяновского района.